Здравствуйте, друзья. На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. Это песня Atom Style. Святая Мария, как же петь с тобой в унисон? Земная стихия любит ядерный фасон, бросит вас понизить тон ядерным тюбиком алой помады. Здесь обозначены дни календарные, дни сотворения с тем солидарные, чьим появлением в мире не рады. Может и гады, но каждый с баллончиком, вшитым в промежность, да химорошение. Ваша реакция, ваше решение, опустошение с новым молодчиком. О, пресвятая, чистейшая дева, плевое дело, но делали плево. Что же бетонщик торопит, орет? Вперед, вперед! Святая Мария, как же петь с тобою унисон? Земная стихия любит ядерный фасон, просит вас понизить тон ядерным тюбиком малой помады. Твой телефон на 10-й странице, в день календарный опали ресницы, в день размагниченный всяк неполады. Ну же и гады, включить электричество, боеголовкам нужны подзаряды. Вместо скворечников строят детсады, а из засады неважно величество. О, пресвятая, чистейшая дева, плевает дело, но делали плево. Что же бетонщик торопит, орет? Вперед, вперед! Святая Мария, как же петь с тобою унисон? Земная стихия любит ядерный фасон, просит вас понизить тон ядерным тюбиком малой помады. Крест зацелованный, космос подвинутый, старт на площадке, где день опрокинутый, деформированный, череп невады. Разве ж не рады, на завтра останутся дни календарные, дни сотворения, светопарады, плоды покорения, не поколением, что к тюбикам тянутся. О, пресвятая, чистейшая дева, плевое дело, но делали плево. Что же бетончик торопит, орет? Вперед, вперед! Святая Мария, как же петь с тобой в унисон? Земная стихия любит ядерный фасон, просит вас понизить тон